Сергей Морозов поддержал общественность с инициативой создания нового речного вокзала и благоустроенной набережной Волги. Тематическое совещание провели в правительстве. Занимаясь вопросами более комфортного благоустройства в городе, мы начали обсуждать возможность строительства нового речного вокзала. Тем более это будет хорошо вкупе смотреться с тем, что мы сейчас с вами делаем с мемцентром. По словам организаторов встречи, место для создания нового комплекса выбрано не случайно. Планируется, что проект разместится на участке между Императорским и Президентским мостами. Глубина Волги в этом месте позволит подавать к причалу суда с разным водоизмещением, а это значит, что город сможет посетить больше туристов. По затратам на строительство потребуются немалые суммы – несколько миллиардов рублей. Мы сейчас будем готовить, скажем так, агрегировать те предложения, архитектурные решения, проектные решения, которые в разное время готовились разными коллегами. И, исходя из этого, будем формировать новую концепцию, которая позволит нам включиться в различные государственные программы и позволить привлечь в финансирование, в том числе и государственные ресурсы. Перед началом строительства пройдет большой подготовительный этап. Будут проведены противооползневые работы. Затем подрядчики подготовят смету оставшихся работ с указанием конкретных сроков. Ориентировочно на стройку и благоустройство специалистам потребуется 5 лет. Сейчас только подготовка, обсчет стоимости, обсчет ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ, проектных работ, возможности размещения в конкретной точке, варианты того, где можно еще разместить, какая оптимальная точка. Вот такая работа ведется в настоящий момент. Сергей Морозов поручил создать профильную рабочую группу, которую возглавит лично. Первое заседание специалистов, ответственных чиновников и общественности по созданию нового речного вокзала в Ульяновске и набережной реки Волга пройдет в конце января. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.